Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай AliExpress. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. И перед нами еще одна упаковка с обращением продавца, а точнее с инструкцией. Тут указано что-то вроде: расправьте ветви, установите бумажное дерево в пластиковую чашу и полейте сверху вниз. Но не будем забегать вперед, а ознакомимся с содержимым. Пришло так называемое волшебное дерево, на котором мы будем выращивать кристаллы. На упаковке спереди само изображение уже выращенного дерева, а с обратной стороны инструкция с иллюстрациями. Ну, здесь все очень даже понятно. Теперь само содержимое. Основа дерева, которая будет состоять из двух кусков картона в виде елочки. И, как видно, концы веток выделены разными цветами. Интересно, а кристаллы тоже будут отличаться цветом, соответственно, покраски? Далее пакетик с непонятной жидкостью прозрачного цвета. Этим раствором мы будем поливать наше волшебное дерево. Описание состава или название жидкости в интернете я не нашел нигде. Если вы в курсе, как это называется, напишите под видео. И еще есть пластиковая чаша со специальными выступами для установки дерева. Разбор содержимого закончили, теперь перейдем к установке. Собираем половины и ставим в чашу. Конструкция получается ненадежная, и дерево будет стоять неустойчиво. Поэтому применил пару капель суперклея, чтобы конструкция приобрела устойчивость. Вот так выглядит в собранном виде. А сейчас польем наше дерево. Вскрываем пакетик и сверху льем, стараясь попасть на все ветви. Обязательно выливаем всю жидкость с пакета в чашу. Все, так сказать, дерево удобрили. Ждем результата. Через полчаса начали появляться первые кристаллы. А через час они стали более лучше различимы. И еще на ускоренной съемке видно, как уровень жидкости в чаше уменьшается. Дерево впитывает в себя жидкость, тем самым образуются кристаллы. Приблизительно через 3,5 часа рост дерева остановился, жидкость полностью впиталась, и мы получили такое вот чудо. Во время роста дерево немного осыпалось, что говорит о хрупкости кристаллов. А вообще получилось очень даже красивое дерево. Кстати, цвет кристаллов совпал с цветом раскраски веток. Волшебное дерево будет интересно детям для экспериментов, ведь это и есть небольшое чудо. А если вы хотите, чтобы дерево постояло еще какое-то время на полке, то оно должно находиться в полном покое и чтоб не было сквозняков, так как при небольшом прикосновении кристаллы осыпаются и теряется вся красота. На этом обзор заканчиваю. Товар рекомендую, ссылка на покупку под видео. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока!